В Махачкале продолжается фестиваль Порт-Петровский ассамблеи. На сцене Кумыкского театра прошел концерт знаменитого музыканта Аркадия Шелклопера. Он известен как один из лучших волторнистов мира и исполнителей на альпийском роге в жанре джазовой и импровизационной музыки. В его музыкальном арсенале есть даже инструмент, сделанный специально для него. Единственный в своем роде пасторальный рожок. Музыкант выступил в сопровождении камерного оркестра Дагестанской государственной филармонии имени Мурадова под управлением заслуженной артистки России Зарифы Абдуллаевой. Исполнил произведения известных композиторов и авторские пьесы. Меня интересуют традиции, корни, да, вот меня интересуют инструменты, на каких играют, играли на свадьбах, там, да, да. Меня интересует, какая музыка, вокальная, инструментальная. Ну, поскольку я сам музыкант, для меня это краски. Я вообще не люблю играть произведения, написанные, там, не знаю, вот в оригинальном, в чистом виде. Все равно я вношу туда какой-то свой персональный момент и элемент.